Всем привет, мы продолжаем метро 2033. Последний свет или луч надежды называется. Last Light. Поехали, продолжаем. Мы сбежали от нацистов, по-моему, да? С красным. Нам удалось невозможное. Теперь моя задача предупредить орден, что черный пропал. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь, когда черный попал в метро, в одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию, а оттуда в полис, в штаб ордена. Павел покажет дорогу. Поехали! Рейх все же. О, наверх можно зайти. Давайте маслиночки посмотрим. О, труба! Артем, давай сюда! Вау! Артем, иди сюда, делай! Да подожди ты. О, у меня тоже. Блин, захлопнись, блин. Мы и так из-за тебя там не выпустили людей. Поспешил ты меня. Артём, давай сюда. Так, это... Да. Сектор Артём, D3. Давай сюда. Эволюция не ждёт. Мы в D6. Из D6 были. Ладно, пойдемте. Артём, иди сюда, дело есть. Это за... Какой он требовательный, а? Опа! Ой, это Европа. Так, ты подожди, а я гляну что там. Что за... Шпион, хватайте его! Ты смотри, какой ловкач. А ну, мужики, тащи его на пост. Слышь, а если он не один тут? Внимание, второй пост. Проверьте свой сектор туннеля. Повторяю, проверьте свой сектор туннеля. Мы крысу из вентиляции достали. Там еще могут быть. Принято. Проверяем. О-о-о, я знаю, куда бежать. Мы как раз туда забегали. Нет, не знаю. Черт знает, что творится. Одного взяли. А сколько их было? Красные диверсанты по одному и не ходят никогда. Проверить надо. Сыкотно, а надо. Иначе потом до конца смены на... Труп! Тревога! Ну как? Хороший пистолет. Не успели вякнуть. Так. Где-то тут еще один. Странно. А. Эй, пацаны! Колян, Серега, вы где там? Иди сюда. Попрятались, гады. Халь! Вроде со слухом у меня порядок. Вылежишь один. Убейте!
Ну что ж, давайте их убирать. Да, совсем чуть-чуть. Так, где ж вы? Паник? Вроде да. Так, это D4, мы идем к D6. И сколько вас тут будет? Мы хорошо прибарахлились тут. Блин, мы что-то не откинули. Так, это что у нас? Револьвер. А у нас такой же вроде. Ключик. Ключики — это хорошо. Ящички тоже. Так, мне нужен дробаш. Это фигня, нет. Это тоже полная лабуда. Ну, в принципе, вот дробаш есть. По-моему, да? По одному. Ну, не густо. Ну, в принципе, он быстро перезаряжает. Относительно. Так, еще был какой-то. А, они наверху там были. Давайте смотреть здесь все. Наверх сейчас поднимемся. Это еще что такое? Магазином. Ух ты! А давайте-ка. Я, наверное... Вот эту фигню я не знаю. А, все-таки он здесь от калаша использует, да? Пистолет хорошо. Да. Сделаем так. Но все равно калаш возьмем. Нам нужен калаш. Так, ачива есть. Истошные крики фюрера многое прояснили. И нападение на наши патрули, и взятие меня в плен. Существование D6 уже давно не тайна, и на метро действительно надвигается новая война. Война между собой, между собойчики. Я откуда взял сейчас? Держаться до последнего. Подкрепление уже близко. По коммунякам стрелять без красного оружия. Ух ты, пересеты. Лучше отсюда. Хочу испробовать пистолет. Долго, наверное, торчал здесь. Девять зарядов.
И где вы все? Ну и где вы все? У вас там вроде много нападало. Да что ж ты такой... Ну, вроде все. Хорош, наверное, с ними. Фигню страдает тут. Тут, блин, я что, сюда пройти не могу? Нет, не могу. Ну, ладно. Тихо. Все эти гаврики отсюда пришли. А? Что? Сдаюсь! Не стреляй! Я сдаюсь! Я сдаюсь! Не стреляй! С таким проводником, как Павел, не пропадешь. Кажется, он бывал тут раньше. И странности Рейха его не удивляют. Хотел бы я знать, что за задание он выполнял, но поговорить как-то не получается. А ведь Павел, похоже, знал заранее даже о подготовке Рейха к войне. Для меня это было откровением. Байки о хранилище, которое мы обнаружили в D6, уже расползлись по метро. Орден не собирается присваивать себе эту находку, но времени объясняться остается все меньше. Рейх уже готов вцепиться в глотку Ордену и отбить хранилище. Что же будет, когда о бункере узнает Красная, Линия и Ганза? Вот о какой войне говорил Мельник. Наверное, оглушить. Я не буду его убивать. Отдохни, чувак. А, у тебя еще и нож был. Он бы меня отпырнул бы, наверное. Убивать я его не буду. Да, нам только туда. Пауки уже более такие с интеллектом. Пашу наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. По любасу. Сейчас попробуем, наверное, мы идем за ним как раз. Я знал, что не бросишь меня. Мы ж с тобой как эти, как мушкетеры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета. Дьявол, это за мной. За мной идут. На вешалку
Давай, брат, не подведи! На тебя вся надежда! На выход, крыса краснопузая! Ребят, чего вы, ребят? А при том, чмо, что мать у тебя ничего в роте. Нормально. А брательник уродом родился. А значит, что? Что? Что либо ты тоже сыродство, либо мать твоя шлюха. Ах ты! Ах ты! Ну давай, скажи! Моя мать шлюха! Говори, дрищ! Иначе ты у нас получаешься уродом! Раз твоя мать уродов рожает! Нет! Нет! Проверим. Отлично. Нет! Нет! Ай, ладно. Шорох? Эй, что? Моя, кто? Кто здесь? Где? Откуда? Кому нянь? Откуда сам знаешь? Я знаю. Здорово, жизнь. Ух, сука красная! Нашего убил! Потери! У нас потери! Вот здесь главное, чтобы отсюда не вышли. Несем потери! У нас потери! Черт, я ранен! Теперь тебе крышка, га! Потери! Ну-ка, муняка, ты допрыгался! Сколько вас тут? Ох ты, блин! Не сразу срабатывает. Сколько у вас? Пособираем, полутаем, полутаем. Да, классная игруха. Вообще огонь. Я серии примерно записываю 30-40 минут, где-то так, на своем канале. Good Nixon. Good Nixon. Крутой Nixon. О, тут шашечки есть. Это хорошо. Подождите, а чё он? Он разобран, взять нельзя. Норм. Так, ладно. Мясо. Так, ну, стоп. Что у него было? А, это, блин. Ачивок нет? Нет. Тут можно им темное было устроить, да? Или нет?
Я, короче, что-то выключил. Не уверен, стоит это или нет, но... А, это с глушаком. Вот эта фигня. Такая же, короче, батла, у меня то же самое есть. Только патроны я зря выкинул. Ну и хер. Да вы не хочет приходить. Придется обходить. Ачивок мы не нашли. Это гидропоника у них. По подозрительным лицам огонь на поражение. Смена караула через полчаса. Слыхал? Что? Что? Ты б хоть ствол достал по уставу. Стоишь ты как пугало. Мой ствол у меня в штанах, а твой в борделе остался. Вот он тебе поможет. Ствол этот, когда красный за жопу возьмут. Может, юморист, мать твою. Так. Будем врываться? Интересно, почему у нас в рейхе столько мутантов ловят? Что? Да. Эй, что такое? Кто это? Харри Шито! Одна быстрее. Ищем! Ну как? Ничего! У тебя! Какие-то крепкие в этот раз они. Он уже не ранен. Так, смотрим. Здесь ничего. Кстати, давайте посмотрим карту. Да нет, не это. Нам туда. Ну, значит, ой, да что ж ты загораешься все время? Тогда надо посмотреть сначала здесь. Закрыто. Закрыто. Ну ладно, не судьба. Так, здесь хорошо. Нифига. Фонарик, фонарик, фонарик. Так, что-то там жарко. Меня спалил фонарик. Ну,
Так, с патронами у нас норм. Где-то еще. Рейх. Паник так быстро. Как-то их тут дохренище было. Ой, сколько у вас тут? Кто-то там еще ходит, да? Слишком вы крепкие какие-то. Несем потери!
чё, живой что ли? Охренеть. Реально их много. Да, они в касках, поэтому непробиваемые, блин. Калаша ни у кого. О, диверсия? А, нет, мы открыли. Но... Я ничего не пропустил больше. Пропустил. Ачиву. И ключик какой-то. Уже два ключика у меня. Метро почти никогда не знало мирной жизни. Единая система управления станциями просуществовала всего несколько лет. Все развалилось само собой, когда стало ясно, что мира больше нет. То слухи о том, что президент и правительство не погибли, а бежали куда-то за Урал, это просто слухи. И что Россия никогда не возродится из пепла. С тех пор каждый был сам за себя, станции превратились в города-государства. И вчерашние соседи стали непримиримыми врагами. Чтобы выжить в метро, надо бороться за еду, за воду, за воздух, за каждый квадратный метр, пригодный для обитания Земли. Из 200 тысяч спасшихся в метро в судный день сегодня жива лишь четверть. Ганза, Красная линия и Рейх разрослись потому, что были сильнее и дрались отчаяннее других. Но никогда за эти кровавые 20 лет не было, чтобы воевало все метро сразу. Что если наш крошечный подземный мир ждет новая, последняя мировая война? Ну, может быть, может быть. Так, здесь нет. Ну, а чего взяли? Побежали. Как там? Полевой суд над арестованным шпионом Красной линии начинается. Всем подданным Рейха, свободным от трудовой повинности и недовольства, рекомендуется явиться. Именем Великого Рейха. Успеем, нет? Да, мы убежали. Да. Я вытащил Пашу из петли. А он обещал доставить меня как можно ближе к полису. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Я никогда раньше не бывал в этих местах, и без своего нового друга, думаю, наверняка тут потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Надеюсь. Спасибо, Артём. Как мы их, а? Один за всех и все за одного, как мушкетеры. Любимая книжка в детстве была. Мечтал мушкетером стать, как вырасту. Так, времени в обрез. Идем до театральной, а там ты в полис, а я домой на красную линию. Странно только, что они отстали, да еще и ворота закрыли. Куда он убежал? Что, друзья, давайте остановимся на этом пока что, временно. Продолжим в следующий раз. Кстати, я вижу ключик. Да, взяли ключик. П.
Спасибо, кто смотрел. Подписываемся, лайкаем. Также мы есть в группе ВКонтакте. Всем счастливо, всем пока и удачи!